Здорово, хулиганы, с вами Iron Друг, и мы продолжаем проходить Brutal Doom. Последний, ну, финальный эпизод, Thy Flesh Consumed, уровень называется They Will Repent, то бишь они покаются. Пока что каюсь только я, в том, что выбрал такие дерьмовые моды, и половина оружия у меня просто не выходит. Продолжим! Сохраним его еще раз. Что у нас? Здрасте. Настоящий заправский канатоходец, я пытаюсь не упасть. Попробуем, конечно, но я что-то сомневаюсь. Оу, он взял БФГ, которого тут проку просто ноль. Ух ты, и мы прошли уровень, благодаря нашим скиллам. Следующий уровень — Against the Wickedly. Против мерзких. А, блин, я помню, там такая будет небольшой островок. И там на острове будет стоять здоровенная крепость. Пока мы через леса пробираемся к этой крепости, убивая всех и вся. И там в какой-то момент уровни станут настолько абсурдными, что просто, как бы, просто станет уже либо страшно, либо скучно, либо одновременно. Так. Вон она, сама крепость, собственно. Это еще не проблема в нее попасть. Проблема будет по ней потом скакать, как дурачок. Потому что там весь пол, по-моему, если не ошибаюсь, в этом. В вот этой вот красной бяке. Она кипящая кровь, не знаю. Гранаты промазали. Молодцы. Мы молодцы. Сдохни. Мерзость. Кто такой дерзкий? На крепостных стенах черти пытаются меня зажарить. Начинается внутреннее мордобитие. Хорошо. Я всегда за демоническое мордобитие, потому что мне нужно любое преимущество в этом эпизоде. Конечно, мы не запрыгнем на стенку. Мы можем запрыгнуть на пинки демонов, конечно, но... Тоже. Удовольствие сомнительное, я бы сказал. Почему я все еще жив? Начинается вот эта стрельба на дальней дистанции из ружей. Видите, о чем я? Тут просто мечта, блин, акробата. Карбата, блин, мазохиста. Ну вот. Так. Очень мало мест, где можно просто зацепиться и передохнуть. Везде кто-то хочет нас убить. Ой, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы туда не пойдем. Хватит меня стрелять из всего, что под руку попадет, блин. Я кому сказал? И что он там делает вообще? Я же вроде там всех убил. Ладно. Это просто взывает к тому, чтобы я выскочил там, всем, всех наругал. Ну где этот мерзкий? А, да, ну то он и был, наверное, я думаю. Зачем я загрузился? А. Быстрота есть враг мой. Синюю карту мы взяли. Так, это мы все взяли. Сохраним игру, черт подери. Идем далее. Да, и повсюду просто толпы монстров. Давайте впихнем на маленькую карту толпы, мать его, монстров. Да, почему бы и нет, это ж прикольно.
пока мне действует моя пижама, возьмем еще одну пижаму. И будем что-то тут пытаться сделать. Но мы пытались. Так, надо как по максимуму убрать народу от седа. Здесь неплохо помогает пистолет, потому что у него прицельный огонь гораздо более эффективный, что ли. Мне так кажется. Можно, в принципе, винтовку взять. Она еще с прицелом таким. Она даже больше, она подойдет. И сразу назад, сюда, и будем тут обороняться от картофеля. Задрали, блин. Ты за... Дурацкая идея вообще была, делай. Так, минус картофель, да, я полагаю. Где еще? На тебе, харя. Попали все-таки в меня, а? Нет, пижама, скорее надо взять пижаму. Ну, почти добежал. Почти. Удача почему-то меня оставила. Ноги рук даун. Прыгать разучился, что ли? Нет, туда мы не запрыгнем. Оу, этот интересный, блин, лифт. С порталом. Кто придумал этот уровень? Ну кто? Серьезно. Я не устану ругаться и вопрошать, кто это придумал. Но попробуем, пока мы все еще в здравом уме, прыгнуть вон туда. Не смогли. Мы не смогли. Пытались, но не смогли. Стоп. А не тот это уровень, где в конце на балконе будет кибердемон? Надеюсь, что не тот. Не хочу я сталкиваться с этой харей. Особенно сейчас. Так, отлично, пижама перестала действовать. Мы опять не там портнулись. Замечательно. Смотри, как на меня смотреть. И мы не смогли. Оу! И мы сгорели нахрен. Неудачно мы, конечно. Долбаная еще эта хрень, если бы сразу понял, как оно работает. Да-да-да, стреляйте в меня из... Я кого-то телепрагнул. Кто-то не хочет умирать. Я заставлю кого-то умереть. Ты умрешь, скотина! А что делать, а вот такие моменты? Отчаяние начинает съедать снутри. Что такое? А. Отлично. Отлично. Ладно, все, достали вы меня, ребята. О, действует сила. БФГ, мать его. Оу, желтый ключ, который непонятно нужен ли нам. Сдохни, блин. Хватит показывать, какой ты крутой. На Hurt Me Plenty это вообще никто. Козина. Давай, сдох. Да ты еще не сдох. Окей, желтая карточка. Какое место мне ее засунуть надо, если не секрет? Повсюду гады, демон. Фу, просто мясорубка, ёпта. Просто мясорубка. Куда ни приткнешься, все норовят тебе жопу надрать. Передышки вообще нет. Надеюсь, там все успокоились. Это что такое?
пижама скорей! Хватили пижаму. И этого говнюка. Красной карты у нас, конечно же, нет. Хватили эту пижаму. Убили военно-воздушные силы демонов. Еще одни. Поганые, как от демона, я вас не обидел. Так, бегим, бегим, бегим дальше. Нам надо искать что-то, на что мы могли зацепиться и не подохнуть. А здесь тут пижама. О, отлично. Окей. И что это нам дало, собственно? Нам нужна красная карта. Где она, черт подери, есть? Кто-нибудь скажет. Может, вы, ребят, знаете? Ошметки. Раз, два, три, четыре. И он все еще жив, прикиньте. Хреновы бароны ада, я вас... Ай, блин, засрался. А, наконец-то. Сраная... Да, сейчас откроется еще какая-нибудь супер-дверь, и меня ждет очередной супер-сюрприз. В плохом смысле этого слова. Да, я был прав. Я же говорил, он будет там. Душа компании, мать его. Ладно. Что делать? Что нам делать? Что нам делать, как нам быть? Да, у нас нет преимущества большого пространства теперь. Теперь кибердема нас не пощадит. Можно, конечно, пытаться его ракетами завалить. Но видите, от его ракет сплэш дэмэдж, который просто рвет на части. Ладно, рискнем. Не люблю рисковать. Шампанское я тоже, в принципе, не люблю. Не сильно. Я забыл, какая-то мерзкая игра на Ультравайленсе, я серьезно. Обычно я герой крутой такой весь, ага. Салути. А тут выходит, что нифига. Давайте возьмем берсерк, что ли, вот этот пергу еще раз. Сохраним игру, потому что я не знаю, куда этот портал меня притаранит. Прямо ему под копыта, да? Серьезно. Здрасте, мистер кибердемон. Как вижу. Не убивает мой же собственный плазмоган. Быстрей, быстрей, быстрей. Прям в лицо из БФГ. Спорим, этот парень того не ожидал. Это как адемон. Перестреливаться с друг с... Блин, стрёмно. 19% здоровья. Ух. Зачем я это сделал? Зачем я сохранился только что, а? Это же меняет вообще все. Пец, во! Вообще, он даже меня не целясь может меня убить. Пец! Ладно. Что ж нам делать теперь, а? Что нам теперь делать? Так, надо подумать, надо подумать. Распрыжку времени не будет, да? Раз, два. Ну, как-то так. Так. Теперь. Что мы вообще открыли тем самым? Кроме того, что мы открыли два дурацких балкона. А, ну все. Можно было вообще-то не сильно волноваться. Просто это был... Очередная невидимая стена, которую я так люблю. Убью. Теперь нас ждет самое неприятное, собственно. Чтобы пройти этот уровень, придется пройти через кибердемона. Обожаю, просто обожаю вот эти моменты мои. Когда все идет так, как надо.
Давай кусок дерьма. Время отрабатывать. Твое предназначение. Раз. Блин, он меня тупо раздавит своим капком пищи. Два, и нас сбросило нафиг с выступа. Я в него попал, надеюсь? Кажется, нет. Отлично. О, я себя убил. Замечательно. Так, надо подумать, что ты еще придумал. Я не знаю, что еще придумать. Этот засранец не умирает. Я его убил? По-моему, ни хрена. Или убил этим последним выстрелом? Нет, вроде нет. Видишь, что я его убил? Фу. Какая геморная карта. Fuck yourself! На тебе, козлина. Все. Где мой приз в 1000 долларов? Я пошел отсюда. И под конец мне, короче, спиняку заедет. Мерзкий, как демон. Нет, спасибо, дружок. Ты сам по себе оставайся, отдыхай. And hell followed. И ад последовал за ним. Чё мне делать сейчас, а? Так, ну ладно. Я уже не знаю, что от игры ожидать. Кроме того, что меня убьют. Вообще, ребята, вы охренели. О, черт. Я умер в телепорте. Замечательно. Ладненько. Бум! Нет никого. Так, мне нравятся эти подляночные стены, блин. И сраный спектр. Только же глаз дергается. Оу! Броня совершенно на халяву. Ладно, с броней вопросов нет, окей. Эти стены психические, которые просто и открываются. Ну вот так вот, видите? Оп. Нате вам. Это сволочь. Эй, задница. Вернулся ты поздновато, я тебе так скажу. О, да. О, нет! Все, неужели мы восстановили былое величие? У нас теперь снова здоровье больше 100%. Да, походу временно, потому что игра... Ну, конечно! Где ты прятался, сволочь? Синяя ключ-карта. Хорошо. Не знаю, за хрена, но чебно надо. О. Я тоже могу набрасываться на людей и делать им больно. Нате.
я возьму эту... А, я тут не возьму ни хрена. Ладно. Вам нужна желтая ключ-карта, чтобы... Снайперка! Да. Черт знает, когда в игре ты мне была нужна, вот в предыдущем уровне, скажем. Но тебя там не было. Зато теперь тут. Как мило. Черт подери. Так. А где, собственно... Тут нужна красная ключ-карта. Ну, очевидно, нам сюда. Главное, чтобы сзади никто не пристроился, говорю. Так, отстань. Так. О, какой-то неудачник. Стажер, давай, отрабатывай. Красная карточка. Совершенно хитрая. Да чтоб тебя, блин, лузер. Их десятками угробил, а ты не можешь одного сделать. Так, я пожалею о том, что я сейчас сюда зайду, правда? Желтая ключ-карта. Пока без подлянок. Аж удивительно. Так. Ну, наверное, игра решила со мной лучше поступить. БФГ, и что-то тут не так, ребята. И что? Возьму-ка я БФГ на всякий пожарный. А, нет, все нормально. Ха-ха! А я думал, игра решила меня подставить в очередной раз. Ладно, все. Думаю, пора отсюда сматываться. Все ключи мы собрали. Подождите, у нас еще желтая дверь где-то была. Мы открыли, по-моему, да? Ну, тут вообще шикарно все. Да ну нафиг, блин! Вот это реакция. У Нео такой реакции не было, блин. Ну ладно, это дилемма на следующий раз, ребята. Так что, хулиганы, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. С вами был Iron Druk. До скорого!